стоял вместе со всеми. Значит, плохо стоит. Надо, наверное, скрыть. Чё ты выкидываешь? Там надо, скорее всего, метку поставить во тьме. Кто там пускай поводит, что ли, тьму? Да, надо. Травмат, может. Ты чё гонишь? И то. А может... Чё, может сразу хилом? Рыбу ешь. Стоп. Мне кажется, лучше его тогда в святого оставить, потому что он почти бис, блин. Свет потяжелее хилит, чем тьму. А там он пускай волну кидает в одного танка. А кто, блядь, танки сету? А кто глюк? Дайте каску, ну. Там кому? Чё, мне ждать или не ждать? Шам. Или все? Беги, малышка, беги! Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Люди даже хрени там умирают. Нет. Небеса в огне. Сейчас. Кто с сангом остается? Клоль Пал? Ставь его в центр, босс. Два шага на себя.
повисла. Нет. Потом детали смерти были, покажите, пожалуйста. Маны, маны, залезьте, припал. Танк упал. Покажите детали смерти первой моей. Я просто, ну, не догнал, вот, честное слово. Живой огонь 28 тысяч, живой огонь 12 тысяч. Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Я не выкинула, я висела несколько секунд. Когда лезвия появились, вообще думал вылечить. Нет, я вдали около стены стою. Просто как и со мной тогда там три последних мама их, не знаю, забивали на них. Он сорвал. Да, у меня есть. О, у меня не Ома, но я в Скадисе, смотри. Ну, по идее, вроде бы, да. Я сразу переключился, хуяк с меня этот сорвать. Сначала трэш побежал, и все, и потом только босс взял, хуяк сорвался, и на этого, на кота. Я? Ну, я его отдавал. Я его отдал, и первый тот отдавал. Ну, первый тот я отдавал на этого, на голем. Чтобы побольше упадать. Но там у меня уже маны не было, я просил залить, видать не услышали, у меня маны не было. Если честно, я только сейчас наушники одел.
Как сделать с этого аккаунта масштаб побольше, блядь? Не аккаунт, а киллбота, блядь. Там внизу по бокам такие... Киллбот, А, киллботов не знаю. Что в киллботе надо, что? Пять секунд уже даже. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Че, кричать будут по СП? Типа одного моба. Thank you.
захилили. Не прожалось. Я уже вообще почти выбежала. Какие ж так хилить надо. Привет, стопните дамаг. Тет, не бейте босса. Это чё было? Все, там, далеко пал. Ёб твой мать, нахуй. Оба! Кипи я нахер. Я не знаю, блядь, не скилл вообще тяжело хилить, блядь, пиздец. Блё, под ней там эта лужа развелась из тьмы. Чё я не влезу? Захилили. На тебе охота были дрыгоски? А на свету была. Нет, я так не была. Значит, это не захилили ее. Да, лимфомики детали. Шаму, ты не забывай орехи вешать, ты их постоянно не вешаешь. Там, когда БДК заходит во тьму, с него спадают орехи, поэтому первым делом, как заходишь, надо на него сразу кидать. Нормально. Хоар тоже ДПС не услуг. Умирает, один раз только умерла. Я уже выбежала из лужи. Там немножко нужно было просто хильнуть. Божественная защита. Я не знаю, бабл, швин, на крайняк. Понятно, еще и хилиться надо, все ясно. Так а ты прожималась в этой луже? Туалет, говорит, ставь, блядь. Это ты... Дры, ты метки под... Это какого хоты, пожалуйста? Если ретри упал, это значит косяк дрейда, он должен хватать все метки. Да не только. Такого он пел гимн на ману. Ну конечно, он же писал только что. Ну, в смысле, все тоны криели, все, да? Ну и ты. Блять. Этот мир, вот он,
начало эры разрушения. Их не вижу. Да есть крик, кого вы начинаете? Есть? Куда эти раги-то набрать? Все. Наверное, Лары чешку зажали, а чё на них он? Поднял. Как вы? Чего побежали? Это по центру метеор. Чё за нафиг? Бля. Почему он там был? Мизантроп, Лилия. Я уже к тебе бежал давно. Ты чё гонишь? Мизантроп? Мизантроп, Лилия, Даркстар. Три человека побежали. Метка кинулась на Dark Stars, показывает ДБ. Сколько еще таких героев? Ну, метеор, в смысле, да. Нет, где написано «Пылающий огонь» на Dark Stars. Меня там не было, блядь, я убил босса. Ну я перебежал, когда уже полетел метеор, я побежал.
Ну вы можете поехать, вот у меня вот упал метеор, вот мод тут один. Где ты это видишь? Блять, ты по твоей логике можно стоять под боссом, другой человек побежал, блять, и будет он виноват. Я говорю, блять, начал падать метеор, я побежал, перебежал в ту сторону вместе с мизантропом, все. Блин, я побежал, куда Вот, когда сама побежала, небеса в огне, несколько секунд я стоял и просто побежала. Блять, посмотри, я не знаю, ты же записываешь обычное видео, посмотри.